Привет любителям Xiaomi! Приветствую вас на канале Power Device. Сейчас покажу вам одну очень интересную, крутую и в то же время простую кастомизацию Xiaomi, о которой вы скорее всего не знали. Как видите, сверху на рабочем столе у меня отображается виджет с часами. Вы, наверное, подумали, что я установил данный виджет с помощью стороннего приложения, либо просто воспользовался темами от Xiaomi. Второй вариант здесь ближе, но это не совсем так, друзья. Посмотрите, у меня установлена обычная стандартная тема. А в ней, как известно, нет никаких кастомизаций с подобными виджетами. Тогда вы спросите, как я установил подобный виджет. И таких, я вам скажу, можно установить очень много. На самом деле, такие виджеты действительно устанавливаются с помощью приложения темы. При всем этом, их можно установить абсолютно отдельно. И это никак не связано с компонентами, которые можно миксовать. Вся суть в том, друзья, что есть такие темы, которые способны кастомизировать ваш рабочий стол с помощью встроенных виджетов системы MIUI. И главная загвоздка здесь, что эти темы нужно найти и подобрать. На что, собственно, я потратил целый день, чтобы сделать подборку для вас. Поэтому, друзья, пожалуйста, поддержите видео лайком, оставьте какой-то комментарий, подпишитесь на канал. Ну а сейчас посмотрите, какие виджеты вы сможете установить на свои смартфоны. Всю эту нужную подборку с названиями тем я оставлю внизу под роликом в описании. Просто введите название темы в поиск. После того, как вы загрузите какую-то тему, ее даже не нужно применять. Просто выходите на рабочий стол, делаете щипок, виджеты, находим вкладку часы. Все эти темы, которые я для вас подобрал, отобразятся здесь. В этом-то и заключается загвоздка, что не каждая тема Xiaomi здесь отобразится и позволит установить вам виджет. Выбираем, например, вот этот. Он появляется на нашем рабочем столе. Теперь у нас вот такой виджет с абсолютно стандартной темой. Кстати, здесь есть не только минималистичные виджеты, либо красивые, но также и полезные, как вот этот. К примеру, он отображает ваш трафик интернета, который вы потратили за сегодня. Друзья, надеюсь, что данная фишка вам понравилась. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Впереди еще много интересных видео. Всем только качественных девайсов. Увидимся на YouTube. Пока-пока.